Чтобы она поближе микрофон к рту держала. Вплотную. Вот такой же цвет, как бомба.
теперь вам парное выступление. Кондратьева Люба. Мне пишем по кличке Понька. Ой, нас любят. Этот месяц ножик. Бери. Уберите! По кличке Понька. Поньку! Если вообще закинули через забор, собачка просто помогла бы проснуться, что мы вам не отвлекли. А теперь она звезда, где показать ему выступление. Нужно отойти от скамейки и потом подойти к ней сзади. Это ножки, вы уже это видели. А вот это вот кружочек вокруг скамейки, только задом наперед. Она ищет ноги. Вот опять показываю. А это те же самые ножки, змейки между ног, только задом. Такой интересный номер. Руки вверх, порой не верит. Отомри. А вот теперь отомри. А вот это отгони комариков. Повернись вправо. Залезание на табурету за ними лапками. Очень ей нравится залезать на стул. А вы повыше сделайте. Нет, я. Вот вам команда танцуй. Это вам и Вась, и все остальное прочее.
И еще один номер вместе с Конькой. И вот так еще Конька умеет прыгать. И Марьет. Молодец. Хорошо. Молодец. Марьет. Как уж так умеет? Хорошо. Я бабулька умею. Кто умеет? Вы умеете? Или ваша собака? Вы умеете, поэтому вам кусочек колбасы. И прыжок на ручке, хозяйки. Перед вами выступала наша группа показательных выступлений. Боже, у них маленькое представление. Я руководитель Леонова Лили с австралийской овчарки по кличке Бомба. Сахапова Гульнас, ей всего 13 лет, а собаке всего лишь 1 год с австралийской овчарки по кличке Гелик. И Кондратьева Люба с метисом по кличке Понька. Коньки тоже буквально только годик исполнился, совсем-совсем недавно. Спасибо вам за прием. Все, кто пожелает, у кого есть собаки, занимайтесь своими собаками. Спасибо! Вам спасибо. Спасибо! Ну все, их уже не видно.